Замский инженерной прокуратуры проведена проверка по обращению недавно предпринимателя с этого в связи с данной ситуацией. В общем, установлено, что она обратилась в октябре месяце с заявкой о предоставлении гранта малому и среднему предпринимательству, то есть уездному очень малому предпринимательству. Первоначально было принято решение о предоставлении гранта, затем это решение было отменено с мотивировкой возможного конфликта интересов ее как заведующая дошкольным учреждением. И на момент окончания проверки, соответственно, на момент срока рассмотрения обращения, нового решения принято не было. То есть ни предоставления, ни об отказе. Тем самым нарушены были сроки рассмотрения заявки на грант, предусмотренные положением администрации соответствующего. В связи с чем, в связи с нарушением положения, ну, данного положения и законодательства о поддержке малого и среднего предпринимательства и местного самоуправления, мной 27 декабря 2020 года внесено представление.